AccuBird или PowerBird. Для всех приборов действуют следующие советы и указания. Вы увидите их на примере AccuBird. Если красный сигнальный свет горит при нажатии пусковой кнопки, возможна причина в недостигнутом переднем положении прибора. Отпустите пусковую кнопку. Процесс заклепки прерывается при перегрузке. В данном случае отпустите выключатель. Три возможные причины. Первая. Перегрузка из-за используемой насадки, которая не подходит к диаметру заклепки. Правильное соотношение вы найдете в инструкции по эксплуатации. Вторая. Перегрев электроники из-за непрерывного пользования или высокой температуры окружающей среды. Оставьте прибор, чтобы он остыл. И третье. Аккумулятор разряжен, и его необходимо зарядить или заменить. Если свет горит после того, как вы отпустили выключатель, то сначала снимите аккумулятор, проверьте плотность установки зажимного механизма, открутите стальную гильзу с помощью гаечного ключа на 27. Теперь проверьте плотность установки зажимного механизма. При необходимости удалите стружку и загрязнение. Регулярная очистка, смазка маслом и смазкой значительно продлят срок эксплуатации. Теперь снова установите стальную гильзу. Если красный свет все еще указывает на неисправность, то причиной может быть неисправный мотор или управление. В таком случае заклепочный инструмент может починить только специалист или Гезипа. Гезипа на долгие годы желает вам приятной работы. Надежно, практично и с гарантией качества. Гезипа. Профессионалы в области заклепочной техники.